нее не попадать, надо стоять с людьми, у которых надет посох. Если вы стоите посередине комнаты, этот посох просто до вас не достает. Ну, у Кастиэля был посох, он стоял рядом, но чуть не особо помогло. В дезориентацию тебя кидает, но кидает так, что просто дебаф висит, и ты можешь делать все, что и до этого делал. Ты нас реснишь? Сука, какого хуя кинжала не снимает контроль? Вот это меня, сука, интересует, блядь. До сих пор, сука, не Ну, могу даже маргинал почему. рассказывал, они там с 30-го, с 50-го удара могут. Короче, коряво работает, и админы не хотят это фиксить какого-то. Если бы контроль снимался, это вообще изи босс. Потому что что? Потому что не дети собак. Та же история, блядь, с воронками, нахуй. Мосса, а ты, кстати, посох этот берешь? Вот У него это он с говорю. посохом. Не знаю, Кстати, а у мне. нас же пухи сейчас остались после трая как-то. Они Они, пропадут. когда спулишь босса, пропадают. Сука, мне меткости не хватает, если я беру этот ебаный топорик. Блять, да какого хуя, ну, агрится. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного Там колосса. приз был, встал, Добро выписали. пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего Что изменить. делаем? Дальше траем или что? Но одного нету, не знаю. Давайте еще разочек попробуем. Пимали. То что. Он сейчас 3 секунды запустится. Но если кидается на 2 хилов, которые должны хилить танк дезориентация, значит, ну, вывод такой, что все хилы должны упор делать на тех 2 танках, которые держат трэш. Есть эти людей. Тут еще шредер лежит. А я так понял, вот этот дебаф тоже не работает, что урон РДДшникам добавляет, да, и урон миликам. Паша. Когда босса бьешь, на Слушай. нем стак, ну, появляются, да, стаки. Какие стаки этого Ну вот бафа? смотри, у даггера, если даггером бьешь цель, по нему РДДшники вносят там на какой-то процент 20 или 15 или 25% больше дамага. И так же самое есть наоборот фигня, что типа милики больше вносят. Я так понял, это давно не работает. В следующий раз, нахуй, надо, блядь, просто, блядь, проносить один инст, нахуй, а не делать никаких проносов. Шейпер офнулся или что? Он написал, что ему нужно уходить. Ну тогда смысл трайва делать я не вижу.
Мизу это и говорил, что типа на следующем КД будет на один день один инставит. Это типа вы убили нахуй босса, блядь. За трое это часа, блядь. Довели до 30%, блядь, на следующей неделе, если не убиваем, нахуй снимают СНК с РГП, блядь. За каждого босса. Ты турбо дай, он рассказал, что делать, теперь народ будет знать. Войд, блядь, ставит нахуй, блядь. Я теперь не даю... Ребят, я не знаю, я, ребят, не знаю, как вы там, что юзали, не юзали. Но если хилы одевает сраный посох этот, дезориентацию их не кидает. Не знаю, что там кто говорит, да не должно кидать. Я не знаю, у меня стоит этот посох, я его тоже одеваю вместе с вами. И нет, а я имею в виду, что... если ты рядом с этим человеком стоишь, у которого посох тоже же не должно кидать, правильно? Не должен. Он должен юзнуть один раз, и тогда не будет кидать. Или он на пати только? Нет, не на пати, у него рейнджа 30 метров на всех. Ну вот, с нами Костель стоял, типа, и нас холипал, он кинул в контроль, ну, в дизрейт. Так, может быть, он его...